Здравствуй, Зина. Здравствуй. Как у тебя дела? Спасибо, хорошо. Сколько тебе лет, Зина? Мне 5 лет. А вот скажи, Зина, в каком городе мы живем? В Южном городе Сургай. Молодец, умница. А как называется наша родина? Наша родина Азербайджан. А как называется наша столица? Столица. Город Баку. Столица Азербайджана. Столица Азербайджана, город Баку. Какие мы государственные символы знаем? Государственные символы, флаг, герб, гимн. Молодец. А что такое гимн? Гимн – это государственная музыка. Кто написал слова гимна? Слова гимна. Написал? Написал. Ахмед. Ахмед Джава. А музыку гимна кто написал? Музыку гимна написал Узейк Гаджибеков. Скажи, Зейна, из каких цветов состоит наш флаг? Наш флаг состоит из голубого, красного, зеленого цвета. А что означает голубой цвет? Голубой цвет означает циркуляция. Молодец. А что означает красный цвет? Красный цвет тебя краше кушает. А зеленый цвет что означает? Зеленый цвет исламской культуры. Молодец, умница. Расскажи стишок про весну. Перестали птицы зелены посыпаться, первое стресса весна называется. Сердце все согреть, солнце ярче цветом. Второе стресса называется летом. Скажи, Зина, как это все называется вместе? Моя семья. Кто это? Папа. А это? Мама, дедушка, бабушка, сестра, брат. Молодец, умница. Вот это кто? Это бабушка. А это кто? Дедушка. А это кто? Сестра. А вот это кто? Папа. А это? Мама. А это? Брат. Как это все вместе называется? Это моя семья. А теперь скажи, меня кардашым вар. У меня есть брат, у меня есть сестра. Меня ненем вар. У меня есть бабушка, у меня есть дедушка, у меня есть папа. Папа, у меня есть мама. Это моя? Это моя семья. Молодец, умница. А теперь скажи, какие мы одежды знаем? Давай покажем, какие мы одежды знаем. Вот. Вот это как называется? Юбка. Юбка какого цвета? Розовая. Молодец. А это? Футболка. Какого цвета футболка? Футболка. Ага. Зеленая. Молодец. А это? Слепо. А это? Куртка. Куртка какого цвета? Розовый и синий. Молодец, умница. А это как называется? Чедер. Молодец. А это? Платье. Платье. Носки. Джинсы. Джинсы. А это? Это туфли. Молодец. Это все вместе как называется? Это одежда. А это называется одеждой. Давай с тобой посчитаем. Скажи, какая цифра? 1, 2. А это? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Покажи мне цифру 2. Цифру 2. 2. Покажи цифру 3. 3. 4. 4 покажи. 4. Покажи цифру 1. 1. Покажи цифру 5. 5. Покажи цифру 6. 6. Покажи цифру 8. 8. 7 покажи. 7. 10 покажи. 10. 9 покажи. 9. Молодец. А давай посчитаем обратно. Давай посчитаем обратно. Так. 6, какая? 6. 5. 4. 3. 2. 1. А давай посчитаем вперед. 1.
два, три, четыре, пять, шесть. Обратно. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И восемь. Это? Какая? Восемь. И семь. Молодец. Молодец. Как это все называется? Фрукты. Вот. Скажи, вот этот фрукт как называется? Банан. Банан какого цвета? Желтый. Какой формы? Длинный. А по вкусу какой он? Сладкий или кислый? Сладкий. Дальше идем. Дальше идем. Какой фрукт? Яблоко. Яблоко. Яблоко какого цвета? Красное. Какой формы? Круг. А по вкусу какое? Сладкое или кислое? Сладкое. Сладкое. А что мы готовим из яблоки? Яблоки, компоты. Компоты, варенье и сок. Яблочный сок. Дальше идем. Как этот фрукт называется? Груша. Груша какого цвета? Зеленого. Какой формы? Овал. Овал. А по вкусу какой? Сладкий. А что мы готовим из груши? Компоты. Варенье. Варенье и сок. И сок, и лимонады готовим. Правильно? Да. Дальше идем. А этот фрукт как называется? Клубника. Клубника. Клубника какого цвета? Красного. Покажи, покажи. Красного. Какой формы? Овал. Овал. Клубника сладкая или кислая? Сладкая. А что мы готовим из клубники? Клубника, варенье. Варенье. Компот. Компот и сок. И сок. А это что? Какой фрукт? Апельсин. Апельсин какой формы? Покажи. Круг. Круг. Какого цвета? Оранжевого. Сладкий или кислый? Сладкий. Молодец. Дальше идем. А это какой фрукт? А это? Да. Персик. Персик какого цвета? Желто. Желто. И? Желто-розовый, правильно? Правый. Какой формы? И круг. Круг, круглый. А что мы готовим из персика? Компот и сок. Варенье. Варенье, молодец, умница.